Вы не можете уделить слишком много внимания своей обуви. Многие женщины считают, что обувь не так уж и важна. Но настоящее доказательство элегантности дамы – это то, что надето на ее ножки. Здравствуйте, это программа «Стиль от Grand Boutique» и я ее ведущая Маша Модная. Открою маленькую тайну для мужчин. Хотите узнать о женщине все? Посмотрите на ее обувь. Модная обувь сезона весна-лето 2012 была представлена на показах в различных цветах и тонах. Основной упор был сделан на яркие и сочные оттенки. Белая, черная, коричневая обувь – классический вариант для работы или повседневной жизни. Такую обувь легче сочетать с одеждой. Нежные пастельные тона обуви тоже будут пользоваться популярностью. Особенно, если надевать их с модными платьями в такой же цветовой гамме. На заметку. Туфли бежевого цвета можно носить только на голую ногу, либо с капроновыми колготами не больше 40 ден соответствующего цвета. Следует отметить, что актуальны будут модели на плоской подошве дань 70-м. По-прежнему не сдают своих позиций излюбленные многими балетки. Будет актуальной такая обувь ярких расцветок, а также в золотистом и серебристом исполнении. А для лета больше подойдут босоножки и римские сандали с высокой шнуровкой. Тем, кто хочет при помощи обуви скорректировать свой рост, подойдут босоножки и туфли разных цветов и фактур на танкетке и платформе. Такая обувь не только удлиняет ноги, но и очень комфортна благодаря удобной колодке. Кому по душе более изящные модели, лучше остановить свой выбор на классической шпильке или миниатюрном каблучке. Что касается деталей, то модницам следует обратить внимание на босоножки с широкими лентами, которые можно кокетливо завязывать на лодыжке, а также другими элементами, украшающими вашу ножку – цепочками, ремешками, переплетениями и сеточками. И в дополнение скажу, когда женщина одевает обувь на каблуках, она приподнимается над проблемами и окружающим миром, становится более уверенной в себе и своей красоте. Она идет по жизни с высоко поднятой головой и обязательно прямой спиной. Такая женщина достойна восхищенных взглядов окружающих, потому что она самая обаятельная и привлекательная, а это волнующая походка. Да, каблуки способны творить чудеса. Так же, как красная помада, интригующие темные очки. Вспомните известную песню Аллы Пугачевой. В сумке тушь, расческа, туфли, чтобы сразу в дамки. Поэтому жизнь любой знающей себе цену женщины невозможна без каблуков. Одно из самых больших достижений женщины – это возможность показать красивые ноги в правильно выбранной обуви. Ну что же я все о женщинах и о женщинах? Мужчины тоже обязаны держать свои ноги в комфорте. Обувь высокого качества – один из основных атрибутов имиджа современного мужчины. Показать свою индивидуальность каждому мужчине позволит необычайно многообразная и модная обувь весенне-летнего сезона 2012. Деловые и строгие, со шнуровкой или без нее, в стиле casual. Нам всегда нравятся зрелищные мероприятия, поэтому кроссовки, кеды ярких тонов выглядят органично, они популярны, а спортивный стиль всегда тренд. Постоянный тренд мужской обуви – мокасины. Помимо того, они легкие, гибкие, ногам в них очень комфортно, они еще всегда пользуются спросом. Мужская обувь 2012 года, представленная в весенне-летнем сезоне, радует и удивляет своей своеобразностью и нетривиальностью. Она сделает мир позитивнее. Вот где дизайнеры действительно оторвались по полной, так это на моделях сандалий. Этим летом мужчинам придется надеть такое, о чем они даже не задумывались год назад. По мнению модных домов, мужские сандалии весна-лето 2012 должны быть выполнены либо в греческом стиле с кучей переплетений премудрости, либо в классическом черном стиле, проходя даже не между пальцами, а как обычные тапки. Сумки. Этот неотъемлемый атрибут женского гардероба всегда радует наше сознание и также регулярно заставляет худеть мужской кошелек. Создать образ стильной женщины помогут модные сумки, разнообразные по форме, назначению и конструктивно-декоративным признакам. Модные сумки 2012 невозможно представить без клатчей. Этот тренд последних сезонов по-прежнему актуален. Не остаются без внимания сумки шопинг, стеганые, прелестные маленькие сумочки через плечо, отделанные цепями и клепками, яркие и неповторимые. Сумочка – это как часть вас. Она должна быть единым целым с общим образом, дополнять его и украшать. В
Женщина без сумочки – личность подозрительная. С вами была программа «Стиль от Grand Boutique» и я, ведущая Маша Модная. Мы прощаемся с вами и приглашаем в наши салоны за вещами, которые станут лучшими в вашем гардеробе. Пока!